Бывает так. Какая-то истома. В ушах не умолкает бой часов. Вдали закат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов. Мне чудятся и жалобы, и стоны. Сужается какой-то тайный круг. Но в этой бездне шепотов и звонов встает один все победивший звук. Так вокруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Мне ни к чему адические рати и прелести легических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Не бросайте никогда корки, шкуки, палки. Быстро наши города превратятся в свалки. Если мусорить сейчас, довольно скоро могут вырасти у нас мусорные горы. А когда летать начнут в школу на ракете, пострашнее произойдут беды на планете. Как пойдут швырять сверху в космос из ракеты банки, склянки, шелуху, рваные пакеты. Вот теперь и полетят в Новый год снежинки, а посыплются, как град, старые бутылки. А когда пойдут дожди из пустых бутылок, на прогулку не ходи, береги затылок. Что же вырастет в саду или в огороде? Как пойдет круговорот мусора в природе? И ходя мы в школьный класс, не летим в ракете. Лучше мусорить сейчас, отвыкайте. Отче, многие думают, что они умеют летать. Ласточки, очень многие. Бабочки, очень многие. Люди, немногие. Немногие думают, что они умеют летать. Лошади, очень многие лошади, четвероногие. Но только лошади летают вдохновенно, иначе разбились бы мгновенно. И разве стоит лошадиных лебедей, поют костая лебединых лошадей. Очень многие думают, что у лошади секретов нет. Не для больших, не для маленьких, не для какой-нибудь компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет не летание лошадей, не летание этих животных, летание. Но только лошади летают вдохновенно, и иначе разбились бы мгновенно. И разве стая лебединых лошадей густя костая лошадиных лебедей? Иди потом. По порядку стройся ряд, на зарядке все подряд. Левая, правая, бегают, плавают, мы растем смелые, на солнце загорелый. Дождик лил, как из ведра, я открыл калитку и увидел среди двора глупую улитку. Говорю ей, посмотри, ты ведь мокнешь в ухе, а она мне изнутри, это ведь наружу. А вокруг меня весна, день стоит чудесный. Отвечает мне она из колупок тесных. Девочка чумазая,
Где ты руки так измазала? Черные ладошки на локтях дорожки. Я на солнышке лежала, руки кверху держала. Вот они загорели. Ах ты, девочка, чермазая. А где ты ногтик-то измазала? Ночик на сочетанный, словно закопченный. Я на солнышке лежала, на сверху лежала, вот он сгорел. Ах ты, девочка, чермазая, ноги в полосы измазала. Не девочка, а зебра, ноги как у негра. Я на солнышке лежала, пятки кверху подержала, вот они и загорели. Она лежит трехногая, в кухне на боку, испытала многое на своем веку. Недавно кто-то груд прошел, на ней забыли утюжок. Потем кота-то лапами ее скребли сарапли. А Андрюшка зиму серую тридел, я завтра сделаю для табуретку ножку. А мака зиму серую, она лежала в лёжку, будто понимая, что она хромая. Побежал купить гвоздей сосед однако лето. Понадейся на людей, сосед забыл об этом. Ее порядок привести. Побежал Володенька. На парня? Ну, парню надо подрасти, пока ему 3 годика. У Пети в школе мастерской все инструменты под рукой, но табурет не плани. А если он не плани, пускай лежит в тюлане. Прошу тебя, читатель мой, ты не оставь ее хромой.
Бабуля пуст.
Ну так, доброе утро. Сегодня на календаре пятница. В эфире новости. И опять буздум какой-то вирус. И передача. О-о-о! Гибель поздая! И бензотока! Чайко! Я тебя люблю. Я тут. Ха! Я здесь. Давай. Я здесь. Пока переколпаковать.
Верно? Мы! Два голуба. Мы! Два голубого. Мы! Говори, вон зайку, байку и зайку жену. Спори, что у вас ты не уши, не усыща, а устики. Что жить-то не по-голски, что от них ока не по Колоколовски. Пока что спор завоевать свинья в эту. Гавайте по мировым. Вот варай из него. Гавайте по мировым. Есть двое из него. Пока что спор отдел упустили. В четвертого числа, в 4 с четвертью часа, 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Чрезвычайно чисто. Как а там? А вот его пригорки стоят, 33 егорки стоят, да на соседний двор поглядут. А на дворе трава, а на траве дрова. Раз, дрова, два, дрова, три, дрова. Сбросили. Снегурки с горки. Дрова таскать. Где возьмутся, толку добиться. Стоим, поп, но копы нет.